Герой труда Казахстана, народный писатель, президент антиядерного движения «Невада Семей», посол ЮНЕСКО в Республике Казахстан Олжас Сулейменов встретился со студентами университета и колледжа «Болашак». В университете «Болашак» многие годы в рамках проекта «Почетный гость» проводятся встречи с героями своего времени. Эта встреча отдельной строкой войдет в летопись вуза. В гости к студентам пришел выдающийся личность Олжас Сулейменов. Он с удовлетворением отметил большие перемены в Кызылорде, преподнес вузу нагрудной знак «30 лет со дня закрытия ядерного полигона». Университет вручил Олжасу Сулейменову звание почетного профессора университета «Болашак». Поэт призвал молодежь прилежно учиться, углубляться знания, много читать. Книга, она воспитывает человека, его развивает, его мышление, его чувства, личность развивает. И когда целое поколение за это время не читало книгу, то мне очень сложно судить о том, каким оно будет в дальнейшем. Нам нужно заставить, государство должно вернуть книгу обществу.